Оказывается, не только мы с вами заботимся о здоровом образе жизни, но и 700 лет назад об этом задумывались. В 1515 году Леонардо да Винчи в форме стихотворения написал правила здорового образа жизни по его мнению. Давайте посмотрим, что предлагает Леонардо да Винчи. Не ешьте, если у вас нет аппетита, и обедайте легко. Хорошо жуйте, и все, что вы едите, должно быть хорошо проварено и прожарено, и состоять из простых ингредиентов. Тот, кто принимает лекарство, получает дурной совет. Остерегайтесь гнева, избегайте душного воздуха. Когда встаете из-за стола, постарайтесь какое-то время оставаться в вертикальном положении. Постарайтесь не спать в течение дня, но это я бы с этим не согласилась. Не откладывайте, не затягивайте посещение туалета. Разбавляйте ваше вино водой, пейте понемногу, но часто, не между приемами пищи и не на пустой желудок. Если вы делаете упражнения, пусть они будут не слишком энергичными. Хорошо укрывайтесь на ночь, давая покой голове. Не лежите кверху животом, а головой вниз и поддерживайте ум в бодром состоянии. Правда, современно?